как же все-таки приятно прогуляться на свежем воздухе. Даже при наших сложившихся обстоятельствах. Ой-ой-ой, какие они у нас сложившиеся. Общественный карантин. Ну, а что поделаешь? Бывает и такое. Поэтому я продолжу рассказывать свои истории. Продолжу рассказывать истории, да? А кто-то и не знает, какие там у меня истории. Так вот, я представлюсь. Меня зовут Закулиска. Смешная, да, у меня? Его однажды придумал один добрый волшебник, у которого в театре я жила. У меня был театр, у меня были кулисы. Я была театральным домовым. А сейчас я бездомный театральный домовой. Вроде бы и театр у меня есть, а вот сцены нет, кулис нет. Все на карантине. Вот такая вот я закулиска без кулис. Так вот, давайте к делу. Представилась. Я приглашаю вас прогуливаться вместе со мной по балконам, по крышам. Но только чтобы было безопасно, это самое главное. Выходите на балкончик, возьмите с собой чашечку горячую, чаю или кофе и послушайте сказанки. Сказанки от закулиски. Ну или только от закулиски. Может быть, там от Александра Сергеевича Пушкина там или еще от кого-нибудь. Давайте почитаем вместе. А пока прогуляемся. А вы сидите дома? Вот и сидите.